И в этом году День памяти и примирения Украина отмечает в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия, под обстрелами и под звуки воздушных сирен. Несмотря на кровопролитную войну, жители разных городов Украины сегодня вышли на улицы, чтобы почтить память погибших воинов Второй мировой войны, которые боролись за жизнь без нацизма. Это Запорожье, аллея боевой славы. Сегодня туда пришли ветераны Второй мировой войны, военнослужащие и представители местной власти, чтобы почтить память погибших в боях. Накануне в областной военной администрации для всех ветеранов подготовили небольшие подарки, продуктовые наборы. Их уже доставили адресатам. Акция памяти прошла в городе Переяслав на Киевщине. Местные жители собрались у мемориала славы, чтобы возложить к подножью памятника неизвестному солдату красные гвоздики. Во Львове горожане пришли к памятному кресту. Именно здесь в годы войны находился нацистский лагерь советских военнопленных. На мемориале провели панихиду по погибшим воинам, а потом присутствующие вместе исполнили духовный гимн Украины «Боже великий единый». В Черкассах День памяти и примирения отметили на площади Славы. Там прошел молебен. После местные жители возлагали цветы сразу к нескольким памятникам. Борцам за свободу Украины, мемориалу памяти Небесной Сотни и памятнику в честь погибших в годы Второй мировой черкащан. Тихо, с особенной скорбью, ведь в стране война День памяти прошел в Светловодске Кировоградской области. Взрослые и маленькие жители города отправились к местным памятным знакам, монументам и мемориальным плитам. Люди говорят, по-другому нельзя. Надо помнить обо всех, кто защищал мир от нацизма ценой жизни.